Моя первая работа. Рассказывает Джеймс Корден. Официант. Я был официантом в ресторане Белла Паста в Хай-Уикоме. Это такой город, о котором вы никогда не слышали. О нем не слышал никто в мире, включая саму Британию. Мне было тогда лет 17. Возраст, когда начинают ходить на тусовки. И когда кто-то устраивал клевую тусу, я получал приглашение так. Да, конечно, я достану бухло. Чуваки, не вопрос. Просто украду с работы. Как-то раз я пытался вынести 50 бутылок пива. В рюкзаке и двух сумках. Я как раз шел к двери. Всем до свидания, до завтра. А сумки в это время звяк, 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 звяк. А начальница мне: «Джеймс!» Я продолжаю идти к двери и звякать: «Джеймс!» И перед самой дверью она меня остановила. «Что у тебя в сумках?» «Ничего». Она их открыла, а там 50 бутылок пива. Но так как на следующее утро некому было работать, меня не уволили. Я сохранил работу. Вот так. Я был кошмарным работником. Вот такая у меня первая работа.